Сейчас будем выяснять. Что вы такой? Вы меня в чем-то подозреваете? Я вас подозреваю. В чем? За нервном митинге. Правильно? Здесь где-то был митинг? Молодец. Это ребята установили. Разве не какие-то плакаты? Разве не какие-то плакаты? Есть же закон о митингах. Там оговорено, что является митингом, а что нет. Да. Митингом является публичное мероприятие с использованием звуком силища аппарата. Давайте мы здесь пикет устраивать не будем, вы весишь. Иначе я вас задержу. Возложили? Я бы возложили. Все расходим. Будьте как добры. Разберитесь, пожалуйста, ребят. Тогда изберите, чтобы не лежали здесь они. А то кто-нибудь наступит, то... Да. Вы же не хотите, как ваши парни, чтобы взяли? Ты уже раз слышал,